Тихо. Сюда. Сюда иди. Здесь. Вот красавчик один есть. Угу. Совет. Того два. Кукурузу. Голову на две удочки. Так. Фу, а чуть-чуть дело. На этот садок. А, вон какой. Да, Ленькин. Вот удочка на 3800 вытаскивал в Каргину. Камеру поставил я. Снимает. Ну вон ты для чего еду. Ну. Видео в интернет выкладываешь, да? За щиток купил. Пеньку закинуть. Здесь мельче. Дост снимаю. Оп, сюды. Ага. Леска, наверное, может, тоньше. Такая же? На червяка, да? Червячка подсаду.
шуршать. Зеркальный, говорят, быстрее растет, да? Пойду туда, он сяду. Поеду нормально. Ну да. Ты там тоже в Каргин-то, я тогда тоже зацепал, бля, что он утворяет. Клюет? Ну, вот этот нормальный, да? Походу, да. Вот этот хорошенький, это уже грушки, наверное. Полтора точно есть. Полторашка, наверное, кило 200 можно. Нормальный кот. Кило полтора, побольше может. Да. Усатый. Засалки какие. Бля. Ага. Нашел? Да. Оп. Ну вот. Картончик. Картончик. Иди давай. Счастливое лицо рыбака. Да, да. Пойду тоже там посижу. Эй? Ага. Вот он. Кто? Хороший штуку. Зеркальный, вот этот чистый прям кой. Ага. Помельче. Кожаный. Вот она порода нормальная, что она растет. Да. Хуй кидать сюда все подряд. Чистый. Чистить не надо, да? Ага. Можно сковородку. Ты понимаешь? Че? Что это? Самец, самка? Самка, наверное. Жирная, наверное, с икрой, мне кажется. И ты видишь, он напитанный, Денис. Он не тощий, ты видишь? Да. Ну, он не кормят. Есть ему что жрать, ты видишь? Да тут нету. Бокоплавов полно. Живот полный, прям набит, смотри. Чуть-чуть вот червячка ему не хватило. Ага. Думаю, сейчас хряпну и все. Ну вот что, у тебя тут большой маленький пальчики. Да. Тут и завони. Пальцы, если лезть, значит самка. Не самка, это самка. Там сейчас раз вот такой. Я сможем тебе пускай думать, что поймал. Где у тебя тут все эти плавки? Да это приятненький, ну как.
Да, прям а хорошенький. Такой кило 700, наверное, где-то. Вот это что, кило 150, что подали? Вот это тут где-то вот. Один слот. Убирали совсем, смотрите. Мне место не снялось. Ну, а мне тут есть как нет? Ну, выдерни просто. Так, туда же ужасно. Че это будет кидать? Именно прям вот возле коряги. Я сяду тут. Сейчас я так вижу, брат. То есть, по идее, я скажу. Ты как сядешь, я нахуй. Ага, и выиграл у меня свет. Ты что, охуенный? Ты с какой стороны коряги кидаешь? Я вот, на коряге сяду. Ну ты с правой стороны от коряги. Нет, не вот. Ты что, правда? Ну а хуй ты вас не видишь, когда? Ну я как, я на середине ее кидаю и подтягиваю себя. Понял? Ну ты на большая стоит. Да. А это? Ты на меня большая. Ладно. Ну что, пойти уже? Вы выгнал, да? Половил, дай другим половить, да? Походу жалко, ёбаный урод. Адреналин туда. Как карась, да? А? Как карась. Ага, как карась. А там в карген, вот чем крупнее, бля, он ложит. Некоторый раз только... Сань. Некоторый раз только закидываешь, плавок не успевает встать, блядь, поплыл. Думаю, что за фигня, синтя, что ли, схватил? Обуривает. Блин, а я, наверное, хрен закину здесь удочку, блин. Давай. Ой. У меня снасть спортивная. Тоненькая. Если на эту удочку, там только закину клювало. Вон, на туда? Нет, вот там под корягой, Денис. В смысле под корягой? Ага. Оп. Сюда вот ее положить. Нет, на стул печать. Так вот. А там тоже твой плавок, да, висит? Поклевочка. Попер. Капонка что? Че? Капонка? Нет. А, я вот капонка. Да иди сюда. Да. Дальше. Да, особенно на удочку такую тоненькую. Он какой жирненький кабанчик. Ай? Да. Оп. Никс. Кружок. Оп. Удочка-то прям красота. Знаешь, сколько стоит сейчас? 1250. Тут ты всосал. Что стоит? Какой круглый. Вот эта вот удочка, 1250. Блядь, слабо они, Денис, я, блядь, это... Не, нормально, вот на 3200. Я больше перестал, нахуй, стал вот обычно вот эти 4-метровки дешевые, нахуй. Тихо, блядь, охуенно, блядь, 4-метровки, блядь, блядь, всегда, нахуй, надолго хватало, блядь. Погоди, пущу я тебя сейчас. Я их похуй, ёб, прям. Раз отпущу. Блин. Плавочку нормально надо. Кругляк какой. Круглый, да? Ага. Он и кругляк, пинатый. Так. А
вот мясо же, чего Денис? И чё? Если короче золотой, нет мяса, он длинный. Ага. Вот да, опа, газуй. О, попёр. Да не, у меня же это, я не со дна, у меня волочилось, видно. Здесь вот на этой удочке что слабо, это конечек был. Фиговато, а я его заменил, я карбоновый поставил. Червяки-то расползаются, гады. Санек, все червяки ползли. Ага. Закрой. Будь здоров. Вот здесь и рыба не растет, да, Денис? Да. Да рыба пахнет, нахуй. Не, пахнет. Не, здесь не пахнет она. Сука, рыба здесь идеально чистая, там идеально, нахуй. В Красноборье вроде тоже глубины нет нифига, вообще запаха нет. Красноборье, и вкусно, сладко. Карась охуенная вообще. Я, наверное, куду в десятку там ёбнул, блядь. Чего? Ну, охуеть. Пошёл. Нет, леска. Леска тянется. Ведает. Карп вот любит то, тоненькую леску. Он везде видно плавает. Он видно, стайка идет, раз стою. Да. Если дойдет, нахуй, вообще часа два можно сходить. Оп. Ага. Давай. Ага. Держит. Да это нет, это не карпишка. Это не карпишка. Да. Я сам охуел, как он клюет. Клюет, как плотва, блин. Не, может плотва, да? Может плотва, да. Или красноперка. Есть, она же здорово какая. Есть? Да, ну вонючая, вообще не сожрешь. Есть? Да. Вонючая? Вонючая вообще. Блять, сколько ловил красноперку, ни разу не ловил. Вода чистая, не мучает, просто посмотрим. Не, она же это, травой питается. Она прям от нее. Она хищная. Ну да, ее на блесенку ловят, на мелкую. Повел. Держит. Держит. Ага. Зубами держит. Держит, он идет. Держит он. Да, вроде. Нет. Сюда, я здесь. Ты куда? На звук иди. Оп. Он у меня, видишь, чуть-чуть волочится, он видно. Добирает ее. Чтоб ветром чуть-чуть тащило. Блин, ты что, прям в желудок, что ли?
прям в желудок. И походу надо эту, наверное, щипцы принести. Санек, посмотри, чтобы не убежал. Сейчас я щипцы принесу. Да, без кольцовка. Ну в Каргине я, блин, запарился с ней. Не отпустить нифига, гуляешь с ним. Ходишь, блин. Ты по одному насаживаешь, да? Угу. Я два штуки пучком. Оп. Привет. Ага. Блин, прям к морде подплыл. Я там стаскивал, скат стаскивал. Держит. И пускай. Повел, повел. А, окунь, блядь. Вот это карп. Карп колючий. Да не, не. Пузыри пускает он швыряться. Под плавком где-то. Тебе сейчас тебя отдыхать? Да. Да и время работы. Ага. Да, нормально. Потом в декабре как раз приеду на лед на Волгу. Я специально так подрасчитал. Подымат, подымат. Ты куда? Я здесь. Миленький. Ага. Иди. Краешку. Большой поставил крючок, сейчас с краю засыпается. Оп. Опа. Жирный такие, круглый аж, блин. Пиявки он нанес. На губах-то. Красавчики. С одной стороны на другую. Попер, попер. Глубину маленечко убавь, чтобы это тащил чуть-чуть. Он тоже тащил, тащил, видно, к морде подплыло. Да леска еще зависит, тоненькая. Ты тоненькая? Да. Ну, 0,18 у меня. Батя там. Что-то тест у меня 5200 что ли. Черная. Немного убавил. Прямо сантиметров 5. Да, чтобы грузил чуть-чуть, приподнялся. Ага, тут, значит, яма. Оп-оп-оп. Вот это более-менее. Наверное, да. Сюда, сюда. О, намотал. Давай в другую сторону теперь. Нет, он решил связать их.
дойти не дойдешь. Ну или отцепись. Так, отвязал что ли? Отвязался. Оп. Ой. О, какой. Беги. Оп. Блин, у меня где-то была черная леска. Где-то. Да я ее делал, блин. Чемодане у меня тут, блядь, черт ногу сломит. Запутаю всю руку, блядь, легче отрезать будет руку. Вот что и надо было. Рыбу нафиг не нужно. Я ее не ем. Да, процесс. Вчера он привез этих трех щук. Моя продала на зиму. На 800 рублей. 800 рублей. Вон он, видишь, швыряться. Пузыри пускат. Глубина прибавилась, видно. Да ладно, не клюет, наверное, ты просто, чтобы не лохануться. У меня он, если клюет, я ловлю. Я вон машине кинул, я не беру его. Дом сидишь, вот ни одна душа не позвонит. Только стоит приехать на рыбалку. Насадить червяка, все, всем сразу нужен. То ли окунь опять там всосал. Или правда, что-то карп подозревать начинает. Блин, то эти кусты секатором, чик-чик-чик, ножницами. Так, спасибо. Дрыгнул. Ну, что-то потрогает. То ли задевает, плавает стайка. Не видит. Ага, подкидывает.